Могу чем-то помочь, босс? Да, я хочу попасть в клуб. Вы в списке гостей? В смысле? Это список. Гостей. Вы в нем? Конечно. Ваше имя? Джастин Бибер. Простите? Бибьонсе. Ваше имя, сэр? Это Childish Gambino. Так, достаточно. Окей, Диего. Прости, мужик, не вижу тебя. Что, если я скажу, что знаю владельца? Я попрошу назвать его имя. И что, если я назову правильно? Я позвоню ему, чтобы проверить. Позвонишь кому, чтобы проверить? Владельцу. Томми. О, Томми. Черт. Конечно, я знаю Томми. Уже давно. Однажды мы сделали одну штуку. В том месте. Вообще ржака. Конечно. Так вы позвоните ему, чтобы проверить? Ты действительно хочешь, чтобы я позвонил владельцу клуба, который явно тебя не знает? Звони Томми. Чё как, это Томми? Томми, это я. Здесь чел, который говорит, что знает тебя. Его имя Диего. Латиноамериканец, усы. Эй, Томми. О, Диего, конечно, пусти его, он со мной. Ты серьезно? Ты правда знаешь конечно, его? Конечно, я Диего давно дружбаны. Однажды мы сделали одну штуку в том месте. Вообще ржака. Так, все норм? Если честно, не ожидал этого. Норм? Можешь войти, если оплатишь вход. Оплачу что? Оплатишь вход. $100, чтобы попасть внутрь. Это что, Диснейленд? Все должны платить. Все должны? Если не VIP, да. Кто сказал, что я не VIP? А ты в списке? В каком списке? VIP-списке. Иисус Христос, еще один список? Ты в нем? Конечно. Прости, мужик, не вижу тебя. Что, если я скажу, что знаю VIP-промоутера? Ты знаешь Сандру? Конечно, я знаю Сандру. Уже давно. Однажды мы сделали одну штуку в том месте. И все такие, вау, с ума сойти. Дай-ка я позвоню ей. Эй, это Сандра. Сандра, это я. Здесь парень по имени Диего говорит, что знает тебя. Привет, Сандра. Кто? О, Диего, конечно, конечно, впусти его, впусти его. Мы уже давно знакомы. Однажды мы сделали одну штуку, и все такие, вау, с ума сойти. О, окей. Позаботься о нем, пока. Продолжаешь меня удивлять. Говорил же. Теперь все норм или как? Все хорошо, не надо платить. Наконец-то. Но мы теперь закрыты. В смысле? В смысле, мы закрываемся в 2. Прости, босс. После всей этой херни? Да ладно, бро. Должно быть что-то, что ты можешь сделать. Я бы хотел, но не могу спорить с законом, дружище. Что если я скажу, что знаю парня, который пишет законы? Что? Звони. Я подожду.